Лепших молодых журналистов в области узнагородили у Могилеве. 19 навученцев могилевских школ и ВНУ стали в этом году призерами конкурса «Золотое перо Белой Руси». У своих эссе юные журналисты закранули как классичные темы, такие «История Беларуси и любовь до родимы», так и острые социальные, например, снижение интереса молоди до родной мовы. На могилевском этапе конкурса жюри прочитало 102 работы. Журналистские эссе оценивали у 4 номинациях, таких как «Мой куток родной земли», «Культурное подорожье с Белой Русью», «Радима на киноленте часу» и «Днепровский рубеж», тема, присвященная 75-годию обороны Могилева. Сегодня с усими работами удельников можно познакомиться у социальных сетках. Моя прабабушка также воевала, и поэтому у меня был в этом плане какой-то опыт с ее рассказов, и мне захотелось его передать читателям. Талантливой молодежи много. И вот юные журналисты, а им всего-то до 22 лет от роду, они проявляют себя, вот реализовывая в той или иной номинации, излагая свои мысли. Причем мысли достаточно креативные, они помнят и знают историю. У нас есть будущее, раз мы помним эту историю.